Я Бакалова Лидия Пантелеевна. Родилась в 1939 году в хуторе Афанасовка. Тут прожила, в школу ходила. Жили мы бедно, с одной мамой. У мамы было трое деток. Отца забрали в 1941 году на войну. Отец Посыпайко Пантелей Трофимович. Ходили мы бедно. Ходили мы в школу с сестрой и брат. Трое деток у матери. Вот. Одеты мы были бедно. Ходили в бурках, в галошах. Спасибо, школа была близко. Вот она, сюда, до 4 класса. А уже в 5 класс пришли туда, где сейчас библиотека. Это длинное здание. Пришла война. Пули свистели через хату. Хата была под соломой крытая. Один момент, значит, хотела моя мама с нами вместе у выход к соседям. Но мы открываем дверь, а пули свистят через... Слышно, что пули... Подвал. Да, в подвал хотели перебежать. Это страшно, под соломой хата могла загореться. Вот. Но не решилась мать. И внесла нас в домик, в тот, что под соломой крытый. Накидала на нас подушек там, то тряпки, лохмотья. Ну, наверное, сама где-то примостилась. Были такие дядьки, не немцы, а румыны. Вот, они, у нас в печке была такая, ну, как бы окошко, что ли. Вот, и они пекли пышки и по кусочку бросали нам с сестрой. Ну, мы же, конечно, есть хотели и ели. Ну, а так в основном танки тут какие-то шли через хутор. А куда они все говорили, что или наступают наши, или отступают, или наступают. Так вот она что-то, такой разговор был. Ну. И после войны нам не очень было хорошо. Мать работала, мы сами оставались дома. Ну, правда, держали корову. И корову доили, и овец спасли, и телят спасли. Ну, вот так мы жили. Спасибо за внимание.